Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 7, урок 32. Кто к нам в гости пришел? Для этого мы должны найти значение выражений и расставить соответственно данным ответам буквы в нашу таблицу. Первый пример. 13 отнять 12. Получится 1. 16 прибавить 2. Получится 18. 18 отнять 5 будет 13. 10 прибавить 1 получится 11. 8 прибавить 2 будет 10. 17 отнять 14 получится 3. А теперь расставим данные значения ответов в нашу таблицу. Под цифрой 10 у нас стоит буква Ч. Под цифрой 13 буква И. 18 – это буква П. Так как у нас два ответа, то две буквы П. 11 – О. 3 – Л. 13 – И. 1 – Н. И 11 – О. Получился ответ, что в гости к нам пришел Чиполлино. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.